Случилось так, чтоб на восток из разных мест попасть, пройти пустыню надо в срок, не сгинуть, не пропасть. И вот с бархана на бархан, жара, песок, где край, бредет уныло караван, а впереди сарай. Там будет ночлег, там будет вода и теплой лепешки кусок. Усталый погонщик проспит до утра, а утром опять на восток. А завтра опять на восток. Он видел страны и людей, остался цел, везло. Он старше стал и стал мудрей врагам своим назло. Сменяв на лен и серебро, шелки душистый чай, везет в Багдад свое добро. А впереди что? Сарай. Там будет вода, там будет ночлег и теплые лепешки кусок. Усталый погонщик проспит до утра, а завтра опять на восток. А утром опять на восток. Вся жизнь его как долгий путь ведет куда-то вдаль. Но не остаться, не свернуть, погонщика мораль. В пути надежда есть, в том суть, оазис словно рай. Аллах поможет чем-нибудь и караван. Будет ночлег, там будет вода и теплые лепешки кусок. Усталый погонщик проспит до утра, а утром опять на восток. А завтра опять на восток. Па-па-ра-дай, па-ра-дай, па-ба-ба-ва. Deep, deep, deep.